Здравствуйте. Последнее время люди постоянно сидят в социальных сетях, играют в онлайн-ролевые игры, отыгрывают свои роли. Но все забыли про живое, настоящее общение. А поиграть тоже хочется. Поэтому сегодня я решил зайти в мою любимую МОС-игру и, собственно говоря, узнать, какую ролевую игру можно поиграть вживую с настоящими людьми. Пойдемте спросим, во что они играют. Привет, парни. Добрый день. Во что сегодня играете? Сегодня мы решили разобрать и сыграть в такую классную игрушку, как «Бригада». Игра настольно-ролевая, то есть каждому игроку выдается какой-то персонаж, роль которого он отыгрывает, он его прокачивает. Самое классное в этой игре здесь выдернута стилистика 90-х. Банды, разбойства, вот эти вот все. То есть в эту игру нужно приходить играть с битой? Да. Но самое интересное, что кроме биты, которая у тебя будет здесь, у тебя может быть бита еще и в игре. И цепь. И цепь. Костик, ты играл когда-нибудь в эту игру? Да, было дело давно. Давно уже, отлично. Да? Тогда, мне кажется, нужно освежить уже правила игры. И, собственно, Антон, попросим, чтобы ты рассказал нам. Правила игры лучше всего будут усваиваться в ходе игры. То есть, ну, примерно, вот что, с чего начинать, начнем что нам с того, сейчас делать? Что каждый получит себе персонажа. Тяните. А можно рассказывать про это? Естественно, он открывается. Я шприц. Я шкаф. Ну, каждого персонажа нужно отыгрывать. Смотрю на карточке, какие цифры нарисованы, что это такое? Цифры — это очки крутости, грубо говоря, твой уровень. Да. Уровень твоей То есть крутости. Здесь максимальный левел — это 20. Да, это цель игры как раз таки достичь 20 уровня крутости. Каждому такой вот маркер крутости. Так первоначальный левел с 5? Да, начинаем с 5, но все же ты же не простой лох. Ты же пацан нормальный. Медленный. Итак. Как качаться в этой игре? С самого начала каждый берет закрытую по карте клуба. Чтобы никто не видел, да? Да. Эти карты можно после того, как мы сделаем ход, можно будет их скрывать. Ход делается следующим образом. Ставятся часы, и мы выбираем, куда мы отправляемся. То есть вот на этих жетончиках есть... клуб, отделение, нормальный район, качалка или крутой район. Хорошо, ну вот я выбираю со своей карточки. Да? Итак, смотрите. Я выбираю, то есть, со своей карточки, куда идти, да, то есть? Да, 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 да. Пока это число. Угу. Вперед. Ну, я вот это сделал. Нет, 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 вот сюда. А. Да. Все по-хитному. Отлично. Скрываем. Лаваш пойдет в качалку, шкаф пойдет в нормальный район, лысый в клуб, шприц тоже в качалку. То есть мы в качалке вдвоем? Да. И что теперь где делать? Происходит? Тот, кто в клубе, тот тянет карту в клуба. Кто в нормальном районе, открывает по одной карте. Нормальный район, то есть... Я Геннадий, беру, хиппи. Геннадий хиппи. То есть это что? Одно очко дополнительно. Так а что, ты его типа уработал, скажем так? Я его подмял под себя. А, теперь он под тобой ходит. Теперь он подо мной ходит. И у меня крутость, соответственно, 6. Хорошо. Что происходит в качалке? В качалке. Если твоя крутость ниже 5, то плюс 2 крутости. Ваша крутость не ниже 5, значит, вы ничего не получаете. Игра называется «Бригада». Есть ли здесь Саша Белый? Саши Белого нет, но здесь есть шкаф, лаваш, лысый, шприц это, и да, так далее. Своя банда, то есть такая крутая. В эту игру очень интересно играть большой шумной компанией. Чем больше людей, тем непонятнее, кто куда пойдет, в нормальный район или крутой. Если вы хотите вспомнить лихие 90-е, то эта игра подойдет для вас. Также тут интересно, продумано. В общем, приходите в МОС-игру и покупайте «Бригаду». Игру «Бригада» и другие вы сможете найти в магазинах «МОС-игра». Здесь вы найдете развлечения на любой вкус. Игры абсолютно для любого возраста. Для влюбленных романтические игры, для вас и вашей половинки. Игры для шумной компании, головоломки для детей и многое другое. Расположение магазинов очень удобно. Торговый центр «Муравей» на проспекте Ленина, торговый центр «Мега» и магазин «МОС-игра» на улице Белинского, 110. Телефон для справок 261-3201. Адрес веб-сайта www.mosigra.ru.